хорошо, можно на них блажить? Ну, конечно, можно. Прикольно, нормальные пацаны, нормальные девчонки, нормальные клубы. Сколько человек за это заплатит? Астрономический денег не заплатит, да? Заплатит там 20-25 в год максимум, там 2-3 тысячи в месяц. Да? Если там месяц сам, то какое-то время будет и отвалит. Если за год, то год удержится, когда плата сделает. А вот если он будет воспринимать как деньги за деньги, уже выше, да, тогда уже вот это будет мотивация. Да. Да. Лучше всего смысл давать человеку. Смысл – это ты тот, кто растет. Ты тот, кто самосовершенствуется. С моей точки зрения, ну, я не хочу там валерить своя методика, у меня своя. Я бы, продавая клуб, продавал бы не свое предложение этому человеку, а я продавал бы ему другого его самого. Я бы говорил, ты тот, кто растет. Ты тот, кому не безразличен. Да? Ты тот, кто самосовершенствуется. Ты тот, как Баранхаузен, который себя вытаскивает. Да? Ты особенный. Да? Не клуб бы продавал, а его самого бы продавал. Да? Такие очень важные вещи. Мечту получается, да? Что? Мечту получается. Но людей волнуют они сами. Наш клуб не волнует, людей волнуют они сами, поэтому, ну такой же, американец искал лучшую версию самого себя. Да. Вот. Хорошо, знаете, тема такая огромная, всеобъемлющая. Я в самом начале попросил вас серьезно к этому отнестись. То есть и наш разговор я не воспринимаю ни как лекцию, ни как мастер-класс. Пускай это будет такой разговор взрослых людей о чем-то, что важно. О чем-то, что важно. И мне бы не хотелось, чтобы вы сделали вывод о том, что лояльность нужна для того, чтобы больше вопросов согласовывать. Лояльность нужна для классного самоощущения и ощущения своей подлинности. Чего? Потому что я точно не хочу участвовать в играх под названием «Я хочу сувить тебя больше вопросов». Я хочу сыграть игру под названием, в хорошем смысле игру, под названием «Я делаю честный продукт, я приглашаю тебя в классный». Классное, большое, ценностное и так далее, и мы с тобой в этом как партнеры вместе развиваемся. Это вот причастность, понимаете, в христианстве есть понятие причастия, это знаете, да, сопричастие с Богом, поэтому здесь очень простая важная вещь под названием причастность. То есть любой человек, которого вы зовете, он причастен вашим ценностям, вашим стандартам и вашей идее. Если ваши ценности и ваши стандарты распихнуть им побольше товаров с максимальной маржинальностью, то вы назовете близкую причастность. Все, доклад закончил. Надеюсь, действительно, вам понравилось. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте еще раз поблагодарим. Вам меня благословили. Ярким впечатлением. Дорогие друзья, уважаемые участники, сейчас у нас все спикеры уже выступили. И вот сейчас я попрошу вас, давайте вот так вот, чтобы общее впечатление было, чтобы было понятно, понравилось вам, не понравилось. Вот какую пользу вы сегодня получили, вот так вы громко поаплодируете, чтобы было понятно организация. Завтрашнему дню? Не знаю, без сегодняшнего года еще. Коллеги, давайте определимся как по сегодняшнему еще дню и по завтрашнему. Во-первых, я хотел поблагодарить организаторов. Тут 5 наверху есть организаторов, кто причастен к сегодняшнему мероприятию, кто это все сделал. Давайте просто кого-то увижу. Первая Раиса. Мы сегодня не встали, Раиса. Мы тут еще раз. Завтрашнему дню.
предложение следующее. Там есть записавшиеся у нас по группам, там где-то 6 часов, где-то 3, где-то 4. Первой группой мы все-таки сделаем маркетинг и продвижение, да, то есть у нас там есть эксперты. Но приходим, предлагаю прийти всем, делаем такие погружения минут на 40, 5 минут перекура, потом опять на 40 следующий блок, опять 5 минут перекура, следующие 40 минут работы. Вот такие 5 погружений. А? Один, да. Будем в бизнес-клубе, потому что ну, людей списалось немного, чтобы удобно, комфортно было работать, вот я так предлагаю. А кто не списался, могут прийти? Кто? Кто не списался? Конечно. Кто не записался еще, может, во-первых, есть вариант еще записаться, вы еще здесь находитесь. А, ну и самое главное, да, обязательно всем приходите, кому понравилось сегодня и кто готов еще поработать завтра. И смотрите, что потом. А? Я говорю, завтра разбор ваших вопросов. Постарайтесь, да, у нас была идея, на самом деле, когда мы вот втроем идею с этого вынашивали, была идея, чтобы именно от предпринимателей были кейсы какие-то. У меня не получается то-то, или я что-то вот здесь, у меня какой-то затык здесь, или еще что-то. Чтобы как раз эксперты смогли вам дать обратную связь и помочь как-то подсказать пути решения ваших проблем и ваших вопросов. Вот такая идея была, и пока и мы ее сохраним, эту идею. Так что много еще зависит от вас. Если вы придете и как раз нашим экспертам так аккуратно, неважно в какой форме, можете в письменной форме, можете в устной форме, можете в третьем лице рассказать не у меня, а вот у там, знакомых, которые работают там-то и там, вот у них какие-то проблемы. Здравствуйте, я Скандер, я алкоголик, да? Надеюсь, что вам завтра не будет, а? Нет, я продолжу. И, то есть, можете в третьем лице задать вопрос, и я надеюсь, что как раз завтра эксперты смогут вам в этом помочь. Еще раз большое спасибо, хорошего сегодня вечера. Мы ждем завтра. 10 часов начала уже. 10 часов начала. Просьба не опаздывать. Бизнес-клубе будет вот в соседнем здании. Да, в соседнем здании. Спасибо. Поэтому шампанское сегодня одна подруга на всех. Спасибо всем большое. Успех вам, благо. Отдельное спасибо всем нашим спикерам, которые особенно приехали из других городов. Бигзу Рахмат. Желаю вам всем счастливой жизни. Меня зовут Айрат Загрин, приятно с вами совсем познакомиться. Держи, дорогой, спасибо. Ага. Выдержу целый день. Да, он так... Тебя как зовут? Почему все фигню слушаем? Спасибо. Не, у него хорошо. Еще прям как будильник в голове. Он такой сидит, и уже когда конец, он дрыщ. Как ничего не бывало. Это профессионально. Дим, сфоткай меня, пожалуйста, на фоне этого баннера. Сейчас. Нифига себе, какой тяжелый. Самое, ничего.